О родине, о подвиге, о русской славе. Стихами классиков и современников. В рамках городского творческого фестиваля детского и юношеского творчества 8 декабря в Центральной библиотеке имени Льва Николаевича Толстого прошел финальный этап конкурса чтецов. Организаторами стали работники библиотеки и Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи. Почти 400 человек прошли предварительные этапы. В финал вышло 79 человек. Причем мы хотели гораздо меньше человек пропустить, но у нас не получилось. Сейчас жюри будет очень трудно выбирать победителей. В ходе конкурсной программы ребята не только декламировали произведения известных авторов, некоторые знакомили жюри и публику с собственными поэтическими экспериментами. Мое стихотворение будет мое собственное, я буду его читать про Севастополь, про мой самый любимый город. И когда я его писала, я вкладывала душу. Я выбрал стихотворение Николая Гумилева «Наступление», но я его выбрал, потому что оно меня больше всего воодушевило. Стихотворение Гумилева учит о любви к отчизне, к родине, и я считаю, что все должны... Все дети, все взрослые должны знать историю и должны почитать свою родину. Или степь от маков красная, золотая целина. Родина бывает разная, но у всех она одна. Победителям конкурса вручили грамоты и книги краеведческого и военно-патриотического содержания. Также организаторы конкурса отмечают, лучшие чтецы, как и в прошлом году, примут участие в создании видеокниги. Читать патриотические стихи для записи литературных роликов ребята будут в знаковых для города пейзажах, в местах, где творилась русская история.